предложил? Снова я. Добро пожаловать. Мы ездили недавно. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Возможно. Даже на заднем сиденье. И загадать новогодние желания. От подруги ведь? Поездка по Яндекс.Картам. Сейчас-то? Да. Сейчас? Нет, не от подруги, от бывшего. С наступающим Новым годом. Как так? От бывшего. У вас есть и бывший, и настоящий муж? И бывший, и муж есть, да. От бывшего. Мы дружим, общаемся просто. Да? Да. Вот он. Интересно у вас. Вот такие доверительные отношения. Да. А этот знает вас? Да. Да? Снимайте ладно. Это будет пищать. Маршрут перестроен. Он не ревнует? Ну, я думаю, что в любом случае ревнует, как бы, но нормально это воспринимает. Я просто на 99% уверен, что у вас с бывшим есть через секс. 200 метров поверните как, налево. Как так? Ну, я вот просто не... У него жена, а. У меня муж. Ну, а как общаемся. Жена относится? Тоже так нормально. И ну, вы там втроем сидите? Не, значит, на работе, как бы, но жена в курсе, что я, как бы, ну, туда приехала, как бы, что а она, как, тоже нормально относится? Да. Ну, я не знаю, это... Поверните налево. Мы тут все друзья просто, как бы, ну, у нас очень Санта-Барбара такая интересная. Да? Ну, я не знаю, я вот просто сижу, что ли. Так, наверное. Ну, не верю, что... Да, ревность-то стопудово, как бы, есть, я не говорю. Ну, может, старается его просто ее не показывать. Ну, конечно. Я бы так сто пудов. У меня даже бы такой жены бы не было. Ну, между нами ничего нет. Да, ну, как интересно. Ну, вы там выпиваете, сидите. Ну, мы сейчас пиво пили, там мама находится, папа у него дома, как бы. Ну, понятно. Ну, то есть у вас общие дети есть? Нет. Нет, да. У него от предыдущего брака, у меня от предыдущего брака. Теперь я живу, ну, как бы, в браке с другим молодым человеком. У него тоже дети от предыдущего брака, от моей подруги. Короче, там... Санта-Барба. Там вообще жуть. Капец. Вот поэтому я подрабатываю в такси, что мне вот так вот интересно пообщаться, ну, с людьми, что такое интересно. Интересно услышать. Про отца ребенка еще интереснее. Там у него жена, моя бывшая подруга, она крестная моего сына нашего с ним, а я крестная ее сына с моим соседом, короче, теперь они живут вместе, они в браке. Ну куда ни сунься, там просто... Это еще не самое страшное, просто да? Приехала к бывшему в гости. У вас еще другие похождения страшнее есть. Да, тут да? Вообще просто куда ни глянь, тут вообще такая жуть. Можно в сериал снимать вообще, как нефиг. Я и говорю, Санта-Барбару можно снимать, конечно. Не измен нету. Мы доверяем все друг другу. Я не знаю, как так получилось. Просто не в те, называется, не туда повернули все. Да. Может быть, даже так, да. Потому что все поменялись по партнерами, и в итоге у всех все хорошо стало. Да, ну, короче, все друг друга уже попробовали, да? Поэтому ревновать не к чему, все равно уже все было, да, со всеми. Так да, но если ушел, значит, уже явно не надо, или ушла, если, значит, не надо. Как-то так, интересно очень. А так совместных детей ни у кого нету. Ну, только кроме как у подруги и у моего мужа. Вот у них ребенок, все.
да, дочка ждет, уроки сделала, надо проверить, да? У меня сын. А, сын. У меня сын, да. Сын, да. Помню как раз, что уроки надо проверить. Да, ну там, да, лояльно проконтролировать немножко. Уже 4-й класс, так, в принципе, сам. Поверните направо, во двор. Там уже муж все проверил, в принципе, так перепроверить. Откуда мы с вами ездили? Оттуда же? Оттуда же, да. Ну, тот раз было у подруги. Сказали, что была у подруги. Да? А в этот раз, говорите, была у друга. Вот вружка такая. Не, это с бывшей живет, да. Ну, получается, да. Ну, сказки-то заказывают. Да, сказки. Да у нас ничего нет. Мы друзья, да. Не, так-то мы сейчас друзья, мы уже 2 года как друзья, ну, просто общаемся. Ну я не верю, ну можете говорить, но я не верю. Не, это хорошо, когда все равно люди не перестают, не становятся врагами, а не перестают общаться, как бы, как бы. Все равно близкие, не чужие друг другу. Вот этот подъезд, да. Ну, все. Все, спасибо большое вам. Пожалуйста. С наступающим вам. Да, всего хорошего. Все. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот так вот, видите, какие бывает, попадается. Это та же самая, если кто видел там какой-то предыдущий ролик, она тоже была там, я не какашка, что-то такое, да-да, она там говорила, мама не совсем какашка, не забывает про ребенка. Вот так вот втирает мне, я с бывшим. А может быть и вообще не бывшая, а любовник, от любовника приехала. Уже на лжи тут попалась. То она у подруги, то она, блин, у друга. Короче, такой вот трэш. Я специально развернул камеру, потому что я как задницей чувствовал, что это будет она, потому что на тот же адрес приехали. Точно. Да. Ну вот, не знаю, сегодня еще будет что-нибудь интересное, не будет. Кстати, сегодня я вышел на работу только вечером работать. Работаю так. Захотел поработать. Между заказами торгую акциями. Конечно, акциями намного-намного больше получается заработать. Купил, продал, тут же вот с планшетом сижу. Получается, я как бы таксую сейчас, ну, как бы в удовольствие получается ездить. Если говорить о заработке, вон, ну, есть сейчас у меня работа, да, зачем следить. Сейчас я не слежу, почему, потому что сейчас у них там перерыв в это время. Вот сейчас откроется, через минут 15 биржа откроется и пойдет рост акций. Сегодня не знаю, сколько наторговал, десятку, наверное, наторговал с депозитом, где-то 170 тысяч депозит у меня. Вот сейчас на хайповой одной акции туда-сюда делаю, она каждый день, кстати, растет. Пока она растет, люди в нее верят, но скоро может настать кукан, и все заработанные деньги могут сгореть. Ну все, в принципе. Всем пока.